Так, у нас есть еще одно запитание. Как отвести свое внимание от, на что угодно, чтобы увидеть, что есть? Нет. Запытывается у нас Алексей. Ты не можешь увести внимание от личности. Потому что если ты будешь уводить внимание от личности, ты будешь как раз в том, чтобы увести внимание. А чтобы увидеть, что есть, надо просто быть. Здесь не надо никуда уходить, вообще ничего не делать. А просто быть. Можно иногда просто почувствовать свое тело. И ты тогда начнешь осознавать, что то, о чем ты думал, его нет на самом деле. Потому что это всего лишь иллюзия. Это как в песке, когда ты хочешь пить, появляется вода. Ты приходишь пить воду, а там песок. Здесь то же самое. Почувствуй свое тело. Потрогать его можешь. Осознай, что ты смотришь на какую-то вещь, и кроме этой вещи не должно ничего быть. Допустим, если ты сейчас смотришь на телефон, то смотри только на телефон. Есть только телефон. И все вокруг исчезнет. Это и есть настоящее. А все остальное исчезает. Переведи внимание только на что-то одно. Не распыляйся. Потому что иногда человек общается с другим человеком, а сам в мыслях. Ему говорят, он не слышит. Даже когда он говорит, он тоже ничего не слышит, о чем он говорит. Он ничего не осознает. Поэтому если ты общаешься с кем-то одним, то будь только с этим одним. И ты увидишь, что это такое настоящее. И что такое есть, а чего нет. Это легко сделать. Я думаю, что ты даже сейчас это почувствовал. Благодарю за вопрос. В мене з'явилося одразу доповнення до запитання, якщо можна. Ну, припустимо, якщо я дивлюся фільм, то я є повністю тотально в присутності тут і зараз, чи навпаки я погружаюся в іншу ще ілюзію, коли переглядаю кіно. Ты попадаешь в иллюзию кино. Ты уже становишься не Мишей, а ты становишься как будто бы актером. Даже не актером, а камерой, та, которая снимает. И ты становишься дальше. Потому что все вокруг тебя как будто бы исчезает. И ты уже не являешься в настоящем моменте, ты являешься как будто бы в кино, там, где снимался фильм. И ты ничего не видишь, ты как будто бы камера, и все. Ты исчезаешь, а ты не должен исчезать. Ты когда смотришь кино, ты должен всегда возвращать себя в настоящий момент. Ты не должен быть в кино, потому что кино — это нереальное. Это та же самая мысль. Поэтому люди как зомби смотрят кино, они ничего не понимают. Что это всего лишь навсего кино. Они иногда так вовлекаются в это кино, что начинают дергаться. Я когда фильмы смотрел с детства, я всегда спокойно смотрел даже ужасы или чего угодно. Я помню, зал весь подпрыгивает, я просто сижу и смотрю. Я не мог вовлечься туда вовнутрь, я всегда был в присутствии зала. То, что вокруг меня происходит. Я смотрел на кино, но я чувствовал весь зал. Точно так же ты. Вот.
Если ты смотришь кино, но ты должен чувствовать, где ты находишься. Ты не должен улетать туда, в кино. Разумеется.